Всем привет! Ну что, друзья, подошел к концу наш сезон с этим красавцем. Прогреваю мотор еще раз и отправляю Чайзер вон туда, на теплую парковку, ждать своего нового владельца. На самом деле я завидую тому, кто его купит. Тачка реально сел и поехал. Ничего не нужно допиливать. Ничего не нужно доделывать. Вот такой вот красавчик. Мотор чувствует себя изумительно. Был собран новым в этом году. Немножко грязновато, но в принципе небольшой детейлинг. Все будет как новое. Оригинальные замочки. Ой, как они мне нравятся, конечно. В общем, так что торопись, не скупись, покупай. Живопись, как говорится. Ну что, вентиляторы сработали, значит, мотор прогрелся. Все, тачка отправляется вот в это уютное царство. Что, до выезда в Сочи 2 дня. Пациент на Сочи. Задача восстановить. Не из пепла, конечно, но от рязанской гардрейли. Итого, задняя подвеска минус. Новый кулак будет. Новый рычаг. Ну, еще много чего нового. Бампер, капот, вот старые лонжероны наши, нужно будет сварить баш-бар, чтобы вот эти вот другие вентиляторы больше не страдали. Ну и, собственно, вот это вот все восстановить. У нас есть всего 2 дня, так что, друзья, если есть свободное время и желание помочь, welcome. Так, ну по морде тут тоже есть свои нюансики. Сейчас будем вкидывать новые рычаги, теншены, новые нижние рычаги. В общем, есть над чем поработать. В общем, короче, было скучно пацанам. Взял Леша и создал им приключения. Вот. Да. Под конец сезона. Так, ну что, промежуточные итоги. Задние рычаги, кулаки, суппорта, все поменено. Передняя подвеска вкинута. Поддон выпрямлен. Рулевой карданчик задевал, тоже сделали. Сейчас самое интересное — это ремонт задней части автомобиля. Будем ваять каким-то образом баш-бар, чтобы вот это вот все закрепить. При детальном изучении подрамника нашли вот одно лишнее отверстие. Будем его заваривать. Так, ну и, собственно, самый прикол этой машины, самый интересный. Ну, вы понимаете, да? О чем я? Коробка установлена с охлаждением. Вот идет такой вот фитинг. Тут у нас фильтр и выносной насос Тилтон. И вот такой вот маслокулер с вентилятором. Все это дело охлаждает коробку, чтобы он жил долго и счастливо.